Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Сейчас я вам расскажу, какие типы экранов бывают на iPhone. Оригинальные модули, то есть дисплей в сборе со стеклом, их аналоги, а также стекла. Отличить оригинальный модуль от аналога можно по следующим признакам. На оригинальном экране с фронтальной части стекла находится ободок, на копии он отсутствует. Матрица более черная, чем на аналоге, и 100% олеофобное покрытие. Если же вы решили установить просто стекло, убедитесь, что дисплей полностью исправен и тачскрин работает. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока!